Бутик «Шанель», находящийся на Вандомской площади в городе Париже, сегодня открыл для нас свои двери для того, чтобы представить свою новую коллекцию ювелирных изделий самого высокого класса. И посвящена эта коллекция 80-летию выхода первой коллекции дома «Шанель». Сама коллекция была представлена Коко Шанель в 1932 году в частном особняке, где все изделия были представлены на манекенах, сделанных из воска. Основными темами являлись вот такие банты, затем, конечно же, самая знаменитая комета Коко Шанель, которую мы видим в последней коллекции, представленной в этом году. И некоторые изделия были представлены необычным образом. Например, вот это колье она разместила на голове как тиара. Именно благодаря этому и появилась в новой коллекции 2012 года эта замечательная тиара, которую мы с вами только что видели. В далеком 1932 году впервые была представлена полная коллекция ювелирных изделий, потому что до этого их делали только на заказ в индивидуальном порядке. И вот единственная вещь, которая сохранилась в той коллекции, это эта брошь в виде звезды. И в этом году в память об этом была переделана похожая брошь в виде звезды, которая является основным символом, проходящим через всю коллекцию.